Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне «Вереск», в песне «Ракит». Поэтические строки как нельзя лучше передают настроение представленной экспозиции выставки «Родного края колорит». Работы брестских художников наполнены гордостью за родную землю, любовью к месту рождения, теплотой отношения к своей малой родине. Сегодня на этом экспозиции представлены 73 работы живописных и 20 работ рукотворных наших мастериц. Поэтому мы очень горды, очень довольны и счастливы. И, конечно, мы благодарны руководству города, руководству этого прекрасного зала за вот эту возможность, что мы можем показать свой талант, мы можем показать свое умение, мы можем показать, в конце концов, как мы любим свою родину. Каждая работа, представленная на выставке, это целая история для творческого полета фантазии зрителя. Вот девочка, вглядывающаяся в вечернее небо Бреста в тот момент, когда фонарщик зажигает фитиль фонаря. Тут же у сундучка стоят ее игрушки. А вот девушка, которую запечатлел мастер в тот момент, когда легкий весенний ветерок обдувал ее лицо. Здесь все так знакомо. Уютные брестские улочки с влюбленными парами, узнаваемые здания любимого города, ангел на постаменте, охраняющий покой родного Бреста. Этой выставкой мы хотим показать то богатство, которое Беларусь наделена. Наши белорусские художники, они на самом деле очень талантливые. Вот, организовывая эти выставки, мы преследовали цель показать всю глубину, все мастерство, которое у нас есть. И в этой выставке мы собрали достаточно талантливых таких активных художников. И сама выставка, вот это название «Родного края колорит», она говорит сама о себе. То есть мы широко в этой выставке очень широко показали всю принадлежность, всю цветовую гамму, которая есть у нас, по крайней мере, в Брестском районе. Многообразие работ, выполненных в разных жанрах, ярко демонстрирует творческий потенциал брестских мастеров и взгляд на родную землю и колорит родного края. Насладиться видением художников и ремесленников Брещины всех желающих приглашают организаторы мероприятия в течение двух ближайших недель в выставочном зале на Советской.